Всем привет, с вами Тимофей, я играю с Лорандом Лисой. И это видео записываю для Ютуба, одновременно проводя стрим на Твиче. А, два ласхита упустил, это просто ужас. Начинается. О, выглядит прям нормально. Жаль, что мечу не отдали первую кровь, конечно, но и так сойдет. Главное, что вообще хоть что-то взяли. Пока я все это смотрел, блин, у меня тут и ласхит, и дамаг прошел. Все прошло. Ну ладно. Не так все и страшно. Если не трудно, те, кто смотрит стрим, напишите в чат, нормально ли у него сейчас качество, можно ли это смотреть и лагает ли он. Потому что раньше жаловались, что лагает, поэтому я сделал большую степень сжатия, больше будет у вас квадратиков там, зато меньше будет лагать. Я вот боюсь, как бы квадратиков не стало больше, чем сама картинка. Ну, пока все довольно спокойно, ничего особо интересного. Ой, как здорово. Гори, 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 чтобы не погасло. Что, больно? Конечно. Гангать ко мне не приходят совсем. Гангают только у меча. Ну, в принципе, так и правильно, чтобы меч укачался. О, наш меч еще акил сделал. Зашибись. 1900 у нашего меча и 1500 у вражеского. Так тебе и надо. Это спешу. Просто прекрасно. Ага, планируют они гануть, кажется. Что-то нажали там. Бью. Или я проглядел, как на варде кто-то прошел. Или они хотят гануть. Надеюсь, что второе. А, вон там динаморф оказывается. Понятно, понятно. А вот он здесь вот стоит в инвизе, видите? Надо показать, что я вижу его. Убежал, убежал. Сейчас на варде... Сейчас появится на... Вот он. Видите, я его спугнул. И он стал видимый. Он, наверное, думает, что за херня, почему меня видно? Ой, я пропустил его. Пока я смотрел в другое место, он прыгнул в мою сторону. Вы это видели? Боже мой, какой я нуб. А, Син попал вслепую. Охрененно, охрененно. Охрененно я снубил, охрененно Син втащил. Крутя. Так тебе и надо. Вот ради таких моментов стримы и снимают. Если б я не занубил, то и момента бы этого не было. И вы бы не увидели, как классно Син попал вслепую. Да, похрену нужны ласхиты мне. Син просто карает. Ой-ой-ой-ой-ой, надо спасать, ребят. Спасать надо, ребят. Все выжили. Ну, нормально. Побежали обратно качаться. 0-0 счет у меня. Печальненько. Что, больно? Ой, маска меня ударила своим клинком на целых...
Сколько там? 100 хп, что ли? Бегу. Бью. Син преследует меча. Ну-ка, ну-ка. О, опять убили, я даже не успел это заснять. Как быстро он сдох. Ой, как здорово. Так тебе и надо. Ну, тут вообще от меня ничего даже не нужно. Я просто стою, жду, когда мы закончим бой. Спешу. Молодец, Син затащил катку. Бью. То ли я, то оп, ли я. Не попал. Ха-ха-ха. Вот это крит сейчас был, смотрите-ка по мне. Круто, круто. Син идет. Ой, как здорово. Да блин, маска, ты чего уворачиваешься еще тут от моих пыхов? Может, зря я, конечно, слил ульту на одного героя, но зато убили, гарантированно. Скоро будет поджог. Знаете, какая-то вот дифференциация рейтингов такая, что один бой не можешь выиграть вообще никак, а другой бой выигрываешь даже вообще ничего не делая. Как-то неравномерно, в общем, полканы распределены. Надо ввести еще какое-нибудь звание там, парочку. Эх, оттолкнул от сюрикена Сина. Ой-ой-ой-ой. Чувак, беги. Исчез прямо перед носом у него. Маска встанет, стоит. Так тебе и надо. Конечно. Всегда мечтал иметь стрелу. Заходим. Не очень как-то удачно. Но вообще нормально сойдет. Ульта у меча. Ну ладно. Сдались. Средний такой боёк. Ничего интересного. О, хороший талантик мне дали. 0.05. Какой отстой. 0.05. Даже по фарму меня меч обогнал. Ну ладно. Чё ж теперь. Нанесено урон по героям 5000. Нанес я. Дак 4. Син 8. Медь 4. И 3400 воевода. Так, ну всем спасибо, всем пока.